Начну с того, что за моей спиной действительно одна из самых больших минор. Ну, если не в мире, то по меньшей мере в США. Ее установили в Манхэттене на углу 59-й улицы и 5-й авеню. Высота этого огромного светильника около 10 метров, а вес почти 2 тонны. Традиционно ханукию зажигают после захода солнца 25 числа еврейского месяца Кислева. Согласно легенде, праздник Хануки связан с восстанием и победой иудеев над сирийским царем Антиохом IV, который почти 2 тысячелетия назад запретил иудаизм. После изгнания захватчиков и взятия Иерусалима евреи восстановили разрушенный храм. Для его освещения следовало зажечь храмовый светильник, минору. После продолжительных поисков был найден только один кувшин с чистым маслом. Однако он был так мал, что его могло хватить только на один день горения миноры. Но, как гласит предание, случилось чудо. И масло горело 8 дней. Ровно столько, сколько занимает приготовление нового. В память об этом иудеи празднуют Хануку 8 дней. Каждый вечер зажигая на Ханукии еще по одной свече. Это очень светлый праздник. Мне очень нравится, когда каждый день надо зажигать по одной свече. Это похоже на очищение души. И эта минора такая высокая, будет хорошо видна отовсюду. Остается добавить, что нью-йоркский ханукальный светильник значительно современнее своих предшественников. Он хорошо защищен от непогоды. Однако в нем, по традиции, горит настоящий огонь. И эта красота только помогает огромной миноре стать еще одной достопримечательностью Нью-Йорка на целых 8 дней.